Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Меня зовут Юлиана. Когда моете руки, скажите всего два слова. Сегодня вы узнаете, что это за волшебные слова и для чего они нужны. Данная практика позволяет сделать так, чтобы в вашей жизни всегда было изобилие и достаток. Финансовая стабильность и полное благополучие материальной сферы необходимы каждому человеку для счастливой жизни. Ощутить себя полным ресурсом поможет специальная практика. Для усиления практики обязательно в комментариях пишем «Вселенная мне помогает». Ну а теперь непосредственно сама практика. Каждый раз, когда вы будете мыть руки, то при этом вы должны говорить всего лишь два слова «Я открыта для изобилия». Данные слова позволяют открыть энергетический поток, который будет направляться в вашу жизнь, и приходить будет изобилие и достаток. Вода – мощный проводник, который будет открывать перед вами все дороги и приводить вас к успеху. Данную практику можно делать при любой луне, и можно делать именно тогда, когда вы моете руки. И чем чаще вы это будете проговаривать, тем больше вы будете привлекать изобилие и достаток в свою жизнь. Вот попробуйте и увидите, как в вашей жизни все поменяется.